and you can pay for it, and you can see all you want. Different girls, not me. Привет. В смысле надолго? Для чего? Я не понимаю вопрос. Кому? Я... Вы что, меня про гарантию спрашиваете? Про срок годности или что? У нас стоят в зале три лестницы. Каждая стоит 960 тысяч. Вы думаете, она быстро износится? Я думаю, нет. А я не думаю, я знаю. В то время как тренажер мне показывает 700, мой кардиодатчик, показывает 500. Полтора раза. Помимо меня ее топчет еще сотни людей за день. Еще. Странный вопрос. Кто-то, да. Это мне просто моя подружка вчера подарила мне помаду. Я спрашивать не стал, думаю, блин, как бы здорово было куда-нибудь пойти. Не в зал. Но работу ждала. И, собственно, а что нет-то? Вон баба каждый день красится. На тренировку специально. А для меня все-таки в первую очередь работа в зале с людьми. Почему нет? Пока на неделю моды шастала, я же вспомнил, как это делается. А то только сценический шлюшный макияж обычно. Да и все. А тут как-то вспомнилось. Хотя даже на сцену, в связи с тем, как они малюются. Не поняла. Если мне на большую сцену, я против фарма. Понятия не имею. Ой, я очень рада. Пожалуйста. Вот сейчас я вас поддержу, потом, не дай бог, что. Или что-то запланированное. Будете вы меня поддерживать. Ясно? А то что, в одну калитку, что ли? Эндорфины, Паша. Да. Не знаю. Вы как поймете, Руслан, мне тоже сообщите. Я сплю-то 3-4 часа. Как сказал Паша Баранов мне недавно, но ты же понимаешь, что при лучшем восстановлении прогресс был бы лучше. Да ясен хер. Но... Выжимаю максимум, да и не стыдно за форму-то. Чё? Честно говоря, я боялся, конечно, что не потяну этот натуральный тренинг в таком же режиме. Ничего, пока тяну. Пока как бы хочется заниматься. Если устану, еще есть время отдохнуть полностью. Что нет? Be flexible. Или вопрос приоритет. Кого чего. В смысле? Ну вы что, я коробками покупаю. Ну, один заказ у меня обходится, ну, не меньше 7 тысяч, честно. Вчера вот 7,5 получилось. Там было 4 соуса, какие-то батончики по одной штуке. Спасибо.
Рексу паста. Подтяжки. Голос всегда был низким. Сел на тембр после применения, пускай и нижайших дозировок, но тем не менее. Но мама не видит особой разницы, например. Для меня тот человек, который единственный может трезво оценить реальные изменения. Заказываю. Для всегда по-разному. На 5 ЛБ, на Биоман, на... Бля. Вчера вот заказывал. Забыл. У меня сейчас отдых. Полный отдых. От всех препаратов, от диеты, от диких подсчетов жестких, от цикла тренировок. Просто в кайф. Спасибо. Слушай, я забыл, где заказал вчера. Но там цены хорошие для меня. Потому что я там уже типа давно. Стратег Шоп, вспомнил. Во. Рада помочь, спасибо. Сколько набрала после сезона? Ну, варьируется 3-4 килограмма. Ноги секутся, жопа сечется. В бока пришло. В спину пришло. Ничего нового. Я себя ничего не ограничиваю. Хоть каждый день можешь. Считай главное. Приход, расход. У тебя есть 10-15% на мусор. Без вреда для фигуры. Ну, всем нормально видно. Что там? Это все закрыто какое-то. Но, да слушайте, я бы выглядела качественнее, если бы ел почище. А так у меня основной прием сладкого на ночь. Вот в субботу был алкоголь, 250 грамм милки, 2 тортика, картошка с окорочками. Куча всякого. Аккуратнее. Я обычно тоже решаю заказать что-нибудь чуть-чуть. А потом получается. Я ничего не принимаю. Я хорошо кушаю. У меня очень хорошая техника. Ты мои ноги-то посмотри, пожалуйста. У кого из баб такие ноги еще? У меня на сцене самые огромные ляхи, еще и глубокие. Плюс полтора месяца я чисто. Все, что могло уйти, ушло. И это дельты. И спиначить. Но никак не ноги. С чего вообще взяли? На... Блядь, какой же. В жизни пропит не ставила, не собираюсь. Бабам тест не нужен. Только идиотки, которые своих тренеров, блядь, долбоёбов слушают, будут ставить тесты. Привет. Нахуй бабе тесты, не понимаю. Кроме какого-то говна побочного, он ничего не даст. Ну и зальёт, конечно, как свинью. Пожалуйста. Я не люблю быстро перебирать ногами. И
Это не степпер, это лестница. По ней можно медленно ходить. Все. Плачу за вас. Оксану. Я на Олимпе готовилась на одной таблетке Оксаны на гармонии. А приму ставила на весенний сезон. Кубик в неделю. 100 миллиграмм в неделю. Больше не надо. Надо уметь работать просто в зале, а не хуйню собирать. Отдых не менее 3 месяцев, иначе нет смысла. Ну, я работаю с клиентами, с друзьями. Мне все хорошо. Да пускай. Народ всегда будет думать, что у меня какие-то дозировки. Я бы тогда иначе выглядел. Я планирую. Может быть, когда я буду с кем-нибудь сотрудничать, пусть с кем-нибудь, может быть, мне организуют что-нибудь. Спортсмен не должен заниматься продвижением себя. Поймите. Спортсмен не должен. Спортсмен должен делать форму и следить за здоровьем. Есть, спать, заниматься. Тут как бы ты и так работаешь до хера. Еще и поездки организовывать, еще издеваешься. Да пускай ставят, но все равно не поможет. Я раньше умалчивал, потому что боялась за других, а сейчас мне похуй. Мне когда скидывают, чем там бабы курсят, трен, мастерон, винстрол, пропик, анастрозол, проверон. Что, блядь? И они ко мне потом обращаются, стрёмные, жирные, залитые, больные, и просят им как-то помочь. Вообще, вы что, шутите, что ли? Вообще понять не имею, что это и как это работает. Я не хочу, вот, сорта говна не разбираюсь. Когда я решу плотно работать, может быть, с атлетами мужского пола, все, что я перечислил сейчас, это было в коктейле одной девочки, которую готовил известный тренер. Мы подумаем, может быть, мы опубликуем, а может и нет. Вроде и конфликтов не хочется, а вроде хочется и мозг на место поставить всем. Бренд я... Да хер его знает. Пощупала, понравилось, купила. Главное, чтобы акция была. Ничего дорогого не покупаю. Новые коллекции тоже не покупаю. В России это был Reebok, естественно, Nike. В Америке можно зайти в Стоп и купить много прикольных вещей. Ну, они брендированные просто. Я не знаю их название, это американские фирмы. Я когда сюда приезжаю, мне все спрашивают, а с чего меня должно было водой залить? Соль я не урезала, воду не урезала, углеводы не урезала, ела много, никаких ямах не сидела, зажигатели никакие не принимала. Дюретики тоже. Чего мне заливать? Нет. Вчера я поела воблы на ночь, например. И чего думаете? Сильно залило? Ну что-то, может, там и прилипло. Больных отеков нет. Есть только те, которые я целенаправленно спровоцировал. Блядь, под глаз попал, все пиздец. Не вижу.
А тренера такого в шею гони и скидывай мне ссылки. Будем список составлять. У меня Apple Watch. А да, как хотите. Сука. Прошу прощения, не могу. Щит. Секреты про зовут почему? Молодец. Вот видишь? Вот. Не послушал уже? А как я могу помочь тем, кто слушает? Только развести плечами. Секреты про зовут? Да нет, зовут. Знаете, сколько просят что-то прорекламировать отечественное? Знаете, сколько отечественных производителей за спортпит меня просят сотрудничать? За спортпит. Вы что, охуели? Протрузия? Работаю с людьми с протрузией. Сама нет, не сталкивался. У меня все хорошо с техникой и с пониманием тренировочного процесса. А если когда-нибудь и будет, то по дурости. Как говорил мой тренер, травма только у дураков. И все мои какие-то болячки. Ну, не врожденные, а приобретенные. Все по дурости. Я к тому, что людей у меня много с протрузиями. А я, ну, не знаю. Хотите, приходите ко мне в зал заниматься. Не знаю. У меня сейчас одно место будет. Девочка улетает на зимовку. С чего бычка, блядь? Ой, не могу, такие смешные. Спасибо. Вот это перо, да, на башке особенно круто выглядит. Видите, антенны с космосом, где я черпаю информацию. Посоветую, говорит, литературу, вот. У меня считывается просто. Да. Чем пожертвовала? Ну, друзьями, лошадьми, личной жизнью. Ну, всем. Ну, а так. Ну, что я могу предложить? Даже онлайн не предложу, потому что, во-первых, не, ну если ты готов ждать, предложу. Я вроде сейчас пару человек отсеяла и вот сяду, в ближайший вечер, как свободный выдаст, сяду за ноут, двух человек наконец-то обработаю, хотя бы июльские будут. А еще и август, сентябрь, сяду. Да. Ну, я особо же не транслирую, что набираю людей. Но сами люди пишут. Тем не менее, все равно заявки копятся. Это выбор каждого, это не сложный путь. Нет, просто. Пока так. Пока мне так хочется. Честно, я жертвую. Интеллектуальным развитием тоже. Ну, сейчас, ладно. Чуть-чуть мне. Еще надо в режиме побыть. Пока надо, чувствую. Если я хочу идти в театр, очень хочу, конечно, я все отменяю и иду. То есть просто редко. Ну, сейчас на неделю мода, видите, дважды вылезла. Тоже. Ну, в 9 показ. Ничего страшного.
Конечно, потом пришлось не спать, потому что онлайн. Ну ничего. Зато посмотрел на мир моды. Что там? Кто там? Спасибо. Спасибо. Господи, ну как же вы мне уже надоели. Ну правда, ну 2 года одно и то же. Не два. Вот последний год Apple Watch. Каждый день. Каждый божий день. Уже даже в эфире я 3 раза сказал. Ну как это? Чем вы слушаете? Apple Watch. $400. Все счастье. Но это было. Сейчас не знаю. Каждый день плохо тренироваться. Загоните себя. Прогресса не увидите. Перегорите и бросите все нахуй. Ой, люди странные. Чем каждый день тренироваться? Если вы не про. Надо полоску одевать на лоб, короче. Ладно. Ну, дни отдыха должны быть. 2 как минимум. Хлеб ем каждый день. Тренировки не делаю. По российскому бодибилдингу застряли где-то в 2000 году. Да. Я вот честно не люблю это говорить, что каждый день тренирую. Люди мне объяснили, они начинают повторять, потом этим гордиться, я как Мишина. Только жрать как Мишина и тренировки рассчитывать ты не можешь. Твою хуйню страдаешь. Что-то сюда. Ну короче. Три тренировки в неделю. А хлеб либо со сливочным маслом и красной икрой, либо с авокадо и копченой куриной грудкой, либо с соленой красной рыбой. Вчера хлеб был в прикуску с воблой, не знаю, мне захотелось. Или когда я говорю, что у меня там спина 4 раза в неделю. Я не знаю, как люди рисуют тренировки. У меня она по отделам. Мне так лучше. Я нашла для себя это все. Все, тихо, а ну-ка не ссорится. Никто здесь на вас не нападает. Мы не про вас. Просто эта фраза ассоциировалась с другими людьми. Да. Авокадо, блядь. Авокадо мне тут попросила друга купить. Не успевал в магазин. Как раз с тем показом дурацким. Говорю, слушай, купи, пожалуйста. Овощей авокадо. Я не знаю, к вам поехал. Я не могу, короче. Это вот такие авокадо. У меня получается в течение дня салатина половина. Вторая половина на завтрак. И при этом абсолютно ничего, что на завтрак еще. Кажется, раксовой пасты. И творог. Не знаю.
ну, организм, если ему давать вкусные продукты, переваривать все. А вот рис не переваривает. Да, есть вторая. Ой, тебе попкорн взяла. Это. Есть вторая категория людей. Тоже упоротые. Я очень всегда переживаю, когда не смотрю. Стараюсь подойти даже с советом. Хотя я знаю, что не лезть с советом, когда его не бросят. Но мне прям жалко времени. Так, а ну-ка, цыц. Хорош. Девушка, будь смиренной. Так ты трогай его. Он должен быть мягкий. Ну, короче, вот этот прям сладкий, не знаю. Вот. Есть девчонки. Мальчишек не видел таких, к сожалению. Девчонки есть, которые пашут, прям пашут. Прям в отказ. Спрашиваю калорийность. 1400. Бля. Я говорю, а какая у тебя конечная цель? Она говорит, ну там, вот здесь не нравится, тут не нравится. Я не понимаю. Да. Ну надо же духовно тоже расти. Я знаю, да. Но у меня дозретые, не знаю, как сказать. Короче, зрелые купил мне Вова. Вот. Я вообще в восторге. Не-не. Вот. Ты молодец. И неважно, шутка это или не шутка. Так и надо решать конфликт. Вот, кстати, те, кто в курсе всех моих там этих каких-то движений личных, я закрыла свой гештальт по поводу Паши. Мы поговорили, все обсудили. Мы абсолютно нормально общаемся. И ему огромный респект за такую открытость, за то, что ему наплевать на то, что говорят окружающие. Относительно этой ситуации. То есть, понятное дело, что за этим ничего не стоит, но нет натяжения и негатива. То есть, никто не обязывает никого любить, да, там. Но нет конфликта. Это так чертовски важно. Единственный человек, с которым у меня остался конфликт, нет, два. Это два Ярослава. Но там в двух случаях это, блядь, нереально. Я готова пойти на контакт, но заведомо знаю, что это будет обречено. Ну а как по-другому? Я не знаю, как вы шикарно делаете. У меня здесь тренажер залитый. Воблу ела я, а тут залило тренажер. Это магия Мишины просто. Да. Интересно, что Ярику я как бы измену простил, да, ну, внутри себя. То есть не злюсь за все то, что он сделал, за все вранье. Вот. Но я знаю, что птичка гордая, и он на контакт не пойдет. Оф. Все, видите, у меня даже тренажер перезагрузился. Пиздец. Блядь. О, жесть. В самом неподходящем месте. Сейчас. Еще чуть-чуть. Еще немного. Глаз красный. Привет. Так.
легкой, незапланированной паузы. Перезагружается тренажер. Кто меня там спрашивает? Кто накаркал про поломку тренажера? Привет. Слушай, я в зале работаю сколько уже в этом? Уже все подошли, кто мог подойти. А новые, которые приходят просто позаниматься на разок по гостевым, все подходят, фоткают сюда. Есть такое дело. Поэтому иногда ешь в обувь на ночь и думаешь, бля, по-любому сейчас ешь, кто-нибудь припрется. Да пофиг. Да ладно. Да. Ну все, пиздец, понимаете? Ой. Сейчас. Лен. Вот прикинь. У меня 7 силовых и 7 кардио. Сейчас. Все очень круто рассчитано под мой график работы. Если смогу раскидать клиентов как-то поплотнее и выделить дни, я не буду столько тренироваться. У меня очень легкие тренировки. Сейчас. Ну, они отличаются абсолютно. А кардио мне просто ставит. Ну, есть разница, мне пожрать на 3,5 или на 3? Есть. Я лучше делаю кардио. Извините, я люблю еду. Лена, спаси. Вообще жесть. Сначала в этом сраненьком. Никого не хочу обидеть. Лена, спасибо. Да. Говна много. Вот, Лен, прикинь. Сначала в этом самом сраненьком штате в Америке. Потом в Вегасе. На Олимпии. Потом выяснилось, что мы живем в одном районе в Майами. Собственно, на пляже встретились и в зале. Ходили покушать. Там у нас одни желания были даже по еде. Слушай, не могу пока тебе обещать ничего, прости. Честно. У меня все деловые даже эти деловые моменты летят в урну, потому что не хватает времени. Количество жиров? Да, 100. Сотня. Очень комфортно. Если пытаюсь снизить, то сразу мне что-то не хватает. Соточка. Вот, Лен. Короче, потом, оказывается, да, мы взяли билет на один самолет обратно. Ну как это вообще не договаривалось? Ну хуй его знает. Потом. Да. Потом. Ну да. Потом прикол. Я еду в Питер к Даше на тренинг. Потом я еду в Москву. Потом Паша едет в Новосибирск, Даша едет в Новосибирск. А Паша испытывает интерес к этому. Потом я еду на показ Black Star. В то время как Паша идет в салон Black Star. Ну я хер его знаю. Это. Привет, Питер. Я обещаю Питеру, вот что обещаю. Питер, я должна приехать посмотреть город. Я, короче, не знаю. Я просрала все время, когда это лучше было делать. О. Я очень хочу, я не видела Питер. Каждый раз я прилетаю в Питер, и это какая-то сумасшедшая беготня. Дальше. Такси от аэропорта я не вижу. Короче, нет. Очень вряд ли, поэтому я не обещаю. Я не могу деловые встречи решать, уж нет времени. Да вы что, я когда себя куда-то выковыриваю, куда сама хочу. Вот.
Может, я буду люблю. Привет. Да. Чего? Сегодня какой день? Блядь. Вы прикиньте. Ребят, мне надо выйти. Ладно? Давайте. Я...